Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force. Так, ну что, сегодня будет коротенькая серия, в основном про открытие новых персонажей. Опять же, новых для меня. Так, здесь получили, здесь забираем. Все ежедневки я сегодня выполнил, по-моему. Осталось вот чисто открытие. Поехали, друзья мои. Так, и первым, кого мы будем вербовать, это серебряный самурай. Злодей, мир, мутанты, протекторы, оружие X. Кстати, довольно неплохой чувак. Мне понравился, я дрался против него. Правда, прокачанный был там чувак, но задал он мне, конечно, жару. И он имеет всего 2 звезды. Тахионный разрез и удар палача. Что это такое у нас? Переносит 1 заряд контратаки с основной цели на себя. 30% к проникающему урону по основной цели. То есть пробивает блок. И 30% к проникающему урону по основной и ближайшим целям. Ну это как Спайдермен, как Дэдпул. В общем, атакует ближайших противников. Ну, помимо основной цели, естественно. Ну что же, ладно, неплохо, ребят. Самурайчик есть серебряный. Дальше идет у нас Вивжин. Какая-то странная девчонка, если честно. Тоже имеет 2 звезды, ребята. Причем звезды обычные. Удар синтезоида и фазовый выстрел. Что это такое? 20% к урону по основной цели. Накладывает 1 заряд отражения. Максимум 5 зарядов на союзника с наибольшими потерями. То есть, типа, ставит защиту, да, на слабого противника. Точнее, на слабого союзника, да. И 30% к урону по основной цели. Накладывает на основную цель блокировку способностей. На основную цель блокировку. То есть она блокирует, да, противника, чтобы он не смог использовать свои способности. В принципе, норм. Ну, если честно, про этого персонажа ничего не скажу, потому что я не видел, даже не дрался против нее ни с кем. Ни у кого не было еще. Ну что, Мисти Найт. Такая девчуля, герой город техно, сдерживатель и герой по найму. 20 тысяч вербовка стоит у нее. Угу. Как ты видишь, у нее 3 звезды, 1 красная, это тоже неплохо, ребята. Бионический шквал и убойная сила. То есть 30% по основной цели и накладывает ослабление защиты 10%. Угу. И 30% по основной и дополнительным целям. Ну, ничего тоже, ребят, сказать не могу про нее. Потому что, ну, не дрался. А вот, ребята, и невидимая леди. Неплохая девчуля. Имеет защиту массовую. 100 штук вербовка, нифига себе, ребят. Самый дорогой персонаж в данный момент. Нифига, у него 4 звезды, 3 из них красные. Космические лучи. Это по основной цели. А вот, ребята, накладывает иммунитет на союзников с наибольшим здоровьем. Иммунитет, в принципе, неплохо. А вот самое топовое, ребята, это вот это вот. Снимает 2 отрицательных эффекта с 2 союзников, которые ранены сильнее всего. Так, а это когда враг атакует этого персонажа, защищенного барьера наносит тому врагу 110% урона. Когда враг атакует защищенного барьера союзником. Да, неплохая она. Ничего не могу сказать против, ребята. Дай-ка я на нее надену элементарные шмотки. Иза, я думаю, наверное. Да ладно, фиг с ним, давай наденем. Бог с ним. Сейчас заодно посмотрим, что нам Вижн предложит. Точнее, Жарвис. Какую он на нее способность? Наверное, ребята, какой-нибудь усилитель. Но не целитель, 100%. Целитель? Ну, если честно, я... Блин, она же не как доктор идет, не как медик. Почему так? Ну, 70% ребята вкладываются именно в эту способность. Ну что, ребята, вот, в принципе, и все. Так, а она у нас какого? Она у нас первого уровня, по-моему, если не ошибаюсь, да? Мы же ее только открыли, поэтому, естественно, у нее первый уровень. А где она? Так, самурай, давай на тебя тоже тут наденем. Что пока возможно.
Что-то я не понял, а где у нас леди-то? Невидимая леди, куда она у нас? Куда она у нас залезла? Что-то вообще не могу понять. Так, 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 здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Нету ее. По идее, она должна быть в самом низу, потому что у нее нету, не было уровня. Но я ее не вижу здесь. Здесь вот у нас самурай, Мисти Найт и Вив Вижн. А где она там у нас? Вот она, ё-моё. Невидимая леди. Да, ребята, у нее первый уровень. Надо ее поднимать. Наверное, прокачивать. Мне кажется, что этот персонаж будет довольно неплохой. Так, рейды Альянс, космическое испытание какое-то. Ну, понятно, поражение, конечно, ребят. Турнир завершен. Я, как всегда, ничего не получил. По рейдам что у нас? Да, и тут шмот. Угу. Не будем, ребят, ничего пока использовать. Две. Две звезды, две звезды. Ну и куда мне потратить? У меня тут четыре. Тут десятка нужна уже. Тут вообще 50. Тут 150. Ау, жесть. Тяжело, конечно, мне накапливать их. И непонятно, куда вот эти желтые, ребята, применять. Золотые промо-кредиты. Почему тут только вот белые и черные? 500 штук. Архангел нужен. Вот, кстати, архангел требует сотку. Но это вначале его, друзья мои, естественно, еще нужно открыть. То есть мы его открываем, у него будет уже прокачанная звезда. Так, здесь... Ну, здесь в основном только Наиза просит у нас. Блин, самураи вот эти вот все. Я не знаю, ребята, по-моему, их нет смысла прокачивать. Я уже так просто втыкаю. Лишь бы было. Так, хочу прокачать, ребята, полностью нашу Марвел. Начинаю для нее искать немножко осколков. Нужно 200. Минерву нужно прокачивать, ребят, по уровню. По уровню, по звездам, ребята, это вообще нереально, мне кажется. Доктор Стрэндж, вот, как ты видишь, вообще имеет 5 красных звезд. Но он мощный парень, конечно. Мощноватый, но он пока слабый у меня по шмоткам и по Иза. Так что, наверное, друзья мои, больше здесь я ничего не смогу сделать. Налет? Налет не знаю. Да, у меня, видишь, все в откатах, энергии нету. В компании... Да фиг я тут что сделаю в этой компании, если честно. Потому что, ну, отдают вот этих вот персонажей. Почему мне не дают с моих мощных? Почему вот этих вот дают, лохломонов, а? С ними тут драться, это себя не уважать. Серьезно, я говорю, слишком слабая команда. Про это я тоже, ребят, молчу. Команду, блин, дали мне тоже. Дерись там против, извини меня, 38, 33 и... Меня просто Марвел это ушатывает и все. Да потому что слабые у меня там бойцы. Просто слабые, ребят, бойцы. Там, по-моему, сколько-то кредитов на улучшение получил, да? Сейчас попробуем нашей леди поднять левел. А, 5 зеленых всего-то, блин, что-то я думал, 5 уровень всего получится. Слаба. Слаба.
Так, а вот это вот две склянки всего лишь надо найти. Ну, давай попробуем. Есть. То есть мы можем ее улучшить по снаряге. По снаряге мы ее улучшили. Еще плюс 9. 10 уровень она получает. Я смотрю, здесь желтенький, да? Желтенький — это говорит о том, что, ребята, нам не хватает уровня. Нам нужен высокий уровень, чтобы ее дальше прокачивать здесь. Ну, про Изо я пока молчу вообще. Самурай. Так, Vision. Получается, что пока все, ребят. Ну, тут доктор Вуду остается немножко, мы его сможем открыть. Призрачный гонщик, счастливчик, призрак, Серси. Ну, у всех где-то не хватает, ребята, там, по 20-30 осколков. В принципе-то, да, получается. Алый паук, Кейт Бишоп, Капитан Америка, какой-то непонятный, Поглотитель, Эхо. Ну, это пошли персонажи набывания, у которых Доктор Дума вообще сколько нет? 310 нужно, как и Дармаму. И Апокалипсис, Джиггернаут Зомби, даже такой будет, чувак. Железный Человек Зомби, Железный Человек Обычный, Железный Кулак какой-то странный, Мистер Негатив, Нова, Супер Скрул, Роук, Пересмешница, Темный Ястреб, Тигра. Ну, Тигра, ребята, это новый персонаж, кстати. С Тигрой должен быть еще, по-моему, новый персонаж. Пересмешница, если не ошибаюсь, да? Да. Вот, ребята, это новые персонажи из нового сезона, который вот у нас стартовал, по-моему, ребята, может, дня 2-3, может, недельку назад максимум. Вот, но когда они будут доступны... Осколки эти и события пока неизвестно мне. Так, ну что, друзья мои, все, в принципе, на сегодня, что хотел. Хотя можно на арену пойти попробовать сыграть. Так, фига тут. А что-нибудь послабее там можете мне найти? Ну, я не знаю, может быть... Слишком жестко. 66 тысяч. Я в шоке. В небольшом, ребят, пребываю. Потому что ну, это трэш какой-то. 54 сила. 251 тысяча. Моя сила 287. Даже не знаю. 227. Ну тут все такие веномы, блин. Ранг. Ну давай попробуем. Давай попробуем. Дэдпула, наверное, можно отсюда убрать. Потому что Росомаху лучше поставить. Черт с ним, давай попробуем. Один разочек. Ну, мне кажется, мне сейчас тут взвесят такие звездюлей, что мама не горюй. Посмотрим. Так, давай-ка скорость мы, наверное, снизим чуть-чуть. С кого начать-то даже не знаю. С Дэдпула. С Дэдпула начинать не хочу. Он, ребят, такой не очень мощный. Давай, наверное, с Карнейдж. Хотя я прекрасно знаю, что... Творяет гадина, а? Кровотечение-то повесили, ребят. Но у него отхил идет. Давай еще кровотечение повесим. Минус Карнейдж.
Смотри, что творит, а? Так, Дэдпул не угомонится никак, да? Все. Так, теперь давай крик уберем, наверное. Ну и уже прочь, ребята, здесь. Венома в последнюю очередь, наверное, будем трогать. Сейчас вот этого паучка с тобой. Симбиона. Уничтожим. Ну и все, остается у нас Вен. Хотя тут на нас вообще, ты посмотри. На кроссбоунс. Просто, друзья мои, столько негатива висит. Он не отмазался бы вообще никак бы. Просто никак бы. Так, 13 минут. Можно пропустить, но я не буду, ребят. Я не буду. Так, цели. Получить. Ага. Три пропуска мы с тобой получили. Ой, пропуска, три кредита. Я, наверное, ребят, сейчас тоже их вмажу быстренько в этот. В леди. Опа, улучшение? Ну, давай, улучшим. Зверь. 2700. Так, 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 так. А где... О, тоже улучшение. Так, это у нас Феникс, насколько я помню. Да, Феникс. Феникс открыла новую способность «Сила Феникса». 30% урона по основной цели. Наносит основной цели 230% урона и снимает с нее один положительный эффект. Вот так вот. Давай наденем. Так, ну она далеко не могла подняться, но с какой там 10 уровень, да, вот она. Какой, 18 уровень? Угу. Искривление света. И... Так вот. 30% урона по основной цели уже делает. А здесь нужно найти, вот эту вот ерундовину. Нашли. Значит, мы делаем ей улучшение. Опять смышка, какая-то беда, блин. Почему она прерывается? Не могу. То ли батарейки сели, то ли... Мышка, коврик такой. Так, псионические щиты. Мы открыли третью способность у нее. Я могу себе позволить, потому что этих элементов у нас много, поэтому, ребят, раскошеливаемся. Так, улучшение идет на сварм или рой. Рой. Рой, рей. Получается, что все пока, да? Ну да, получается все. И если мы, например, зайдем в этапы. Так, не то. Налет в событие. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Нужно 150 тысяч, ребят, но я не силен. Уровень сложности 3. Вот в этом случае только мы. Это рекомендуемое снаряжение плюс 10. Войти.
Доктор Стрэндж почему-то здесь на первом месте. Жалко, здесь нету вот этой вот, ребята, имитации, блин. То есть в некоторых событиях, вот особенно в рейдах, есть имитация. Ты можешь, то есть, ну, нажимаешь и все. А тут, блин, постоянно надо самому драться. Тут напрягается, честно. Давай глянем. Естественно, ставлю на третью скорость, чтобы все это быстрее прошло. Стопус несчастный. Обалденный удар. Кто такая? Это новый персонаж, ребята, вот, который, по-моему, разыгрывается еще в данный момент. Кейбл тут со своей этой пухой. На! Блин, он выжил. У него защита от смерти, что ли, была? Бежит, 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 бежит. Я забыл же тут же несколько дел. Бежал, блин. Так, толстяк упал. Регенерация включилась. На, в бубен. Че, вырубил его, что ли? Красавчик. Что ты там зарядил? Фига себе удар. Это прям какая-то совместная была сейчас комбо-атака. Что, это счастливчик уже достал. В ногу, в голову, в голову. Молодец, замедление вешает. Ну-ка, подожди, дай-ка я вот этого. Все-таки надо завалить его. Этого джиггернаута поддостал маленько уже, потому что. Так, теперь что? Давай вот эту вот Полярис. О-о-о, Магнета прилетел. Это дело дрянь, ребят. Всех кровотечения. Чем-то мне напоминает, он сорвет голову. Как вот там Шаттермаут или как его? Как тебя там звать-то, я уже забыл. А, Шаттерстар. По нолям. Я, кстати, давно не видел жабу, ребята. Вот явилась она здесь. Попрыгуй-ка. Давай что-то Шаттерстар для этого. Нормально, на 38 тысяч бомбардов. Смотри, что это творит, а. И блокирует способности еще главное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехали. Зашибись. Нормально? Как тебе такой расклад, блин? Он вообще ни по кому не попал. Та еще какая-то тут. Так, блокировка способности. Давай попробуем, наверное, счастливчика вальнуть. На 5000 всего урона. Ну, добьем, добьем его, да. Сопротивляемость, кстати, неплохая была. Что, что, что опять ты?
исцеляющий фактор. Минус? По-моему, ей минус, ребят. Туда из горы, правильно. Пускай там идет. Это все усиливает там защиту. Джигерна, о, этот, магнет-то. Жаба, ты заколебала, вот серьезно тебе говорю. Опять? Сдохни ты уже, а. Ну что, осталось, что магнет-то у нас только здесь. Все они крышки. Он не удержит. И шлемак у него, как говорится, с головы слетел. Ну, победа. Но это, ребят, только первая победа. А там, ты же видел, сколько мы... Сколько нужно пройти этапов? Причем враг постепенно будет все время круче, 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 круче становиться. Сколько тут? Дофига, ребят. Это чтобы мы получили только лишь... вот. 5 карточек на нее, да? Пипец, тут... О, все, вот здесь устряли. Вот почему, почему дают вот этих вот... Ну, нафиг вот это вот не нужно, блин. Трэш, ребят. Пимтех. С двумя звездами и выше. То есть, я так понимаю, должны быть на всех звезды, что ли, быть? Чтобы я мог поиграть в события. Это было бы прикольно Шури получить, да? Паучьего мира с 5 звездами. У нас только вот этот паук. Человек-паук. Носорог. Да. Мистерио. Мистерио только недавно у меня, ребята, получил 4-ю звезду, насколько я помню. Я его находил. Сейчас нужно 130 карточек. Ну, 129. Что не все так быстро и просто, как говорится. А здесь, ребята, я проходил, получил вот сколько там давали, 80, по-моему. Вот. Следующее откроется. То есть нам нужно зловещая шестерка с 5 звездами. То есть у меня только носорог. Сколько там? 5 персонажей, да? Раз, два, три, четыре. 5. Ну вот если мистерию гоблина, шокера и сервятника прокачивать, то да, мы сможем получить. Тут люди X, сколько там? 5 люди X с 5 звездами. Раз. Ну тут вообще кисло все. Про грома я молчу. Здесь. Здесь нужна джубили. 5 злодеев, мистиков, сдерживателей. С 5 звездами, опять же. У нас только лишь Локи. Морда. Ронан обвинитель. Ну, Ронан обвинитель и Хэлла. Они недавно, ребят, по-моему, получили по звезде. Вот еще Нобу. Ну, Нобу можно искать, насколько я помню. Нобу можно будет прокачать. На поисках. Я имею в виду на поисках осколков. А вот с Хэллой будет проблема. 130 нужно карточек на нее. В общем, такая вот трабла. Как бы хочется. Что у нас здесь? 5 приспешников кризис с 5 звездами или более. Раз, два. То есть все вот эти приспешники, ребят, должны иметь 5 звезд. Только тогда меня допустят до события. Я уже об этом, по-моему, уже неоднократно говорил. Требуется 5 агентов щита с 5 звездами. 5 агентов щита с 5 звездами. Только вот Капитан Америка имеет 5 звезд. Дрожь. И все. Агент Колсон, ребята, может скоро получить 5-ю звезду. Ну, еще 60 карточек получить.
И тогда он получит. Это ради железного человека все. Ну, про это я вообще, ребят, молчу, потому что требуется 5 стражей или опустошитель с 5 звездами. Раз, два, три. 4. Слушай, ну, можно было бы, наверное, раз, два, три, четыре, пятый. Ну, например, можно было бы, наверное, вот этого борца. Он, по-моему, тоже находится, ребят. Ну, 130, блин, 130 карточек. Но зато это самый лучший вариант, чтобы его, ребят, открыть. Да, все, ребятушки, вкратце посмотрели, разобрались, открыли новых бойцов. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. До новых скорых видосиков.